色微风拂过黎明，快乐的时只眨着眼睛，思念穿过海域，声音穿过我和你生命的注定。谁把心动模式开启，闭上眼听见世界呼吸，曾经流浪光怪和努力，转身依然是你。听我至今诉说Love baby， 只对你说 Wait a more， 你怎么填满你的耳朵？如果勇敢，能不能给人片刻把握，让幸福降落？听你轻轻地说 Quando la mamma， 只对我说 Hold me tight，心动是回忆沉默，我的眼眸不会再闪躲。Ведь любовь вас и коронует, и распинает. Любовь вас и взращивает, и подрезает. For your pruning.Линдси, зайди ко мне в офис. Сегодня за обедом директор Дун выразился предельно ясно. Он хочет, чтобы ты присоединилась к команде на выставке потребительских товаров. Я тоже высказала позицию. В отделе переводов и так хватает работы. Я занята, чтобы работать на два фронта. Неважно, какие у тебя там задачи, работа с VIP-клиентами важнее. Понимаю. Каковы твои требования, говори. Линдси, не надо играть со мной в кошки-мышки. Вы не так меня поняли. Попросили меня помочь директору Лу с IPO для Юи. Я согласилась. Потому что были изменения в кадровом составе по желанию компании, а это запрос клиента. Вы учли желание самого директора Лу? Учел. Но на этот раз ситуация с тендерными торгами обстоит сложнее. Сложнее в том плане, что мы будем конкурентами Юи. Директор Джан, до этого... Вы велели наслаждаться моими романтическими отношениями и доверить тендер директору Лу. Мое участие не требовалось. Линдси. Поэтому я не должна участвовать в этом проекте. Мне стоит еще раз повторить. Я не знала, что Юи подаст заявку на тендер. У нас с Сяо и Ченом договоренность не говорить о работе вне работы. Линдси, твоя позиция мне понятна. Иди работай. Соглашение об отказе в конкуренции и соглашение о неразглашении. Здравствуйте. Обслуживание номеров. Госпожа Тун, мы правда не видели его. Как тогда он пропал? Простите, госпожа Тун, если не верите, мы можем посмотреть записи с камер. Эта комната никем не занята, сюда заходит только клининг. Мама, я дома.
Что-то случилось? Лего-замок пропал. Лего? Я убрал его. Хорошо, что не пропал. Простите. Ничего. Вижу, эта вещь важна для вас. Понимаю. С вашего позволения я пойду. Звоните, если что. До свидания. Мама! Думал, тебе этот замок не нравился, поэтому отдал его кое-кому. Кому ты его отдал? Однокласснику. О. Садись за уроки. Пойду немного погуляю. Хорошо. Алло? Наш план сработал. Кажется, мама сильно расстроилась. Что собираешься делать? Да-да, хорошо. Питер, послушай, пока не могу ответить на СМС твоей мамы. Хорошо. Больше никаких новостей. Питер, мне нужно идти. Бабушка! Ну что там? Можешь всегда на меня рассчитывать. Что ты сказала моей маме? Сказала, что сильно в тебе разочарована, что слоняешься дома без дела и больше не веришь в любовь. Подготавливаю ее к мысли, что, возможно, ты состаришься в одиночестве и проведешь остаток жизни за компьютером. Бабушка, как ты могла такое сказать про меня? А что еще я могла ей сказать? Много чего. Например, что я нашел себе высокооплачиваемую стабильную и престижную работу. Тружусь, чтобы стать первоклассным переводчиком, и сам могу принимать решения. Только так она согласится принять Тунсинь как мою девушку. Ты еще молод и наивен. Думаешь, если бы я так сказала, она согласилась бы принять Тунсинь? А какая польза в том, что ты ей сказала? Господин Лу Сюнь сказал, что китайцы предпочитают компромиссы конфликтам. Например, если ты думаешь, что этот дом слишком темный и захочешь добавить еще одно окно, никто не разрешит этого. Но если предложишь в качестве альтернативы снести крышу, то они пойдут на компромисс и выберут первый вариант с окном. Понял. Интересный маневр, но тогда получается, что ты переходишь в наступление. Да, это такая интеллектуальная игра с твоей матерью. Она не должна ожидать многого от тебя. В таком случае она с легкостью примет нежеланный результат. После того, как я ей сказала, она была сильно озадачена. Попросила убедить тебя заняться активным поиском девушки. И как можно скорее привести ее домой познакомиться. Говоришь, что я могу привезти Тунсинь домой прямо сейчас? Погляди-ка на него, как будто она стоит у двери и ждет твоего приглашения. Бабуля, если хорошо постараться, то завоюю ее сердце. Разве не видишь, что она играет с тобой, чтобы сбить тебя с толку? Что собираешься делать? Дождусь ее. Боюсь, стратегия выжидания не поможет. Наверняка у Тунсинь вскоре появятся и другие ухажеры. Такая девушка, как она, долго разведенкой не будет. Что, если она влюбится в кого-то до того, как ты завоюешь ее сердце? Это невозможно. Тунсинь сказала мне, что из-за Питера она не заведет новые отношения. А что, если ее бывший муж захочет снова с ней сойтись? Бабушка, помоги мне, что делать? Ну, есть одно решение. Оно одновременно и простое, и трудное. Сиси, свадебное платье надевают всего один раз в жизни. Надо тщательно выбирать. Покупай то, что будет сидеть на тебе лучше всего. Поняла. Пока. Что он сказал? Директор Сяо,
Сколько ты планировал потратить денег на кольцо? Потрачу все деньги, чтобы у тебя было лучшее кольцо. Правда? Ты уверен? Конечно. Старина Линь сказал, то, сколько потратишь на кольцо, платье и фотографии, покажет твою любовь ко мне. Давай покажу, как сильно я люблю тебя. Закрой глаза. Не подглядывай. Открывай. Смотри. Уже отдаешь мне заработную карту? Это не заработная. Это деньги на свадьбу. Когда был за границей, думал, что если мы будем вместе, дам тебе все самое лучшее. Поэтому все стипендии и все деньги, которые заработал, лежат на этом счете. Доверься мне. Я дам тебе все самое лучшее. Но если потратим все деньги на обручальное кольцо, кто оплатит свадьбу и медовый месяц? Получается, я? Нет. Сяо Чен, похоже, не очень-то ты меня и любишь. Поверь мне, даже если придется все продать, у тебя будет лучшая свадьба. Если продашь дом, где мы будем жить? В отеле. Куда едем? Возьмем эту карту и поедем в твой любимый торговый центр. Хвастун. Сиси, я много думал, не позволяя Чену покупать дорогие кольца. Ему нелегко было начать бизнес. Давай я куплю тебе в качестве приданного хорошее кольцо. Слышал его. Ты еще не его зять, а он уже на твоей стороне. Мне повезло, что у меня такой тесть. Директор Сяо, в системе языка меньшинств есть ошибка. Мне нужно позвонить. Алло? Директор Сяо, возникла ошибка в переводе с исландского. Если руководители выставки придут с проверкой, что нам делать? Сиси. Боюсь, сегодня не смогу выбрать с тобой обручальное кольцо. Мне нужно вернуться. Злишься, что не могу составить тебе компанию? Сяо Ичен. Ты не отключил Bluetooth. Не переживай, я ничего не слышала. Знаю. Еще не спишь? Что случилось? Тебя что-то беспокоит?
Бабушка. Двое влюбленных оказываются на противоположных сторонах на работе. И им приходится столкнуться с конфликтом интересов. Один из них узнал о недостатке компании другого. С одной стороны, она должна сообщить об этом в свою компанию. Так у нее будет больше шансов на победу. Но лично я считаю, что это подло. Как думаешь, что должен делать человек, который знает о проблеме? Линси, победа или проигрыш не определяются просто по названию. Если выиграешь, но не будешь чувствовать себя несчастной, однозначно ты проиграла. Не сдерживай себя страхом потери. Все войны ведутся для того, чтобы прекратить их. Так что следуй зову сердца. Хорошо. Ложись спать, уже поздно. Спокойной ночи. Спокойной. Можем ли мы исправить ошибку? Директор Дун приедет через 3 дня. Видишь, не можешь тренироваться без меня. Зачем ты пришел? Иногда быть уязвимым — это нормально. Ничего страшного. Чен Яо, я не хочу больше говорить об этом. Поехали со мной кое-куда. Я с тобой не поеду. Бабушка хочет тебя видеть. Погнали. Бабушка, Тун Синь здесь. Привет, Тун Синь. Заходите, садитесь. Сиси и Яо Яо рассказали мне. Ты та еще труженица. Работала с крупными компаниями в стране и за рубежом для IPO Юи. Знаю, ты занята, но не могу доверить это никому другому. Поэтому позвала тебя сюда. Бабушка Ли, буду рада помочь вам. Что это? Дело в том, что зарубежное издательство хочет опубликовать мемуары моего друга. Недавно ко мне пришел его сын и спросил, сохранились ли рукописи его отца. Я поискала и нашла много рукописей, посмотри.
но у них нет копий. Переживаю, что они потеряются, если отправить почтой. Вы же сотрудничаете с крупными компаниями. Может, ваши знакомые поедут в Великобританию и передадут рукописи сыну моего друга? Понимаю. Конечно. Прекрасно. Ристон Хиллис? Это он получил премию Брэма Стокера? Он ваш друг? Не просто ее друг. Они встречались. Правда? Конечно, зачем мне врать тебе? Дай-ка посмотреть. Смотри. Посмотри первую страницу. Моя бабушка была его музой. У бабушки есть своя история. Все это в прошлом. Когда я училась в школе, читала «Полувековое созерцание». Меня сильно тронула эта история любви. Я и представить не могла, что увижу героя книги. Словно это сон. Бабушка, поделись с ней своей историей и исполни желание поклонницы. Пойду куплю тебе фруктов, общайтесь. Хорошо. Ладно. Но эта история давно минувших лет. Я снова вижу наши леса. Сквозь сеть дрожащих ресниц и старых милых друзей голоса. Ко мне возвращаются, как в небеса, весной щебетанием птиц. В 1963 году мне было 23 года. Я уехала учиться в Великобританию вместе с отцом. В то время мой отец был профессором литературы в том же университете. Встретила я 31-летнего Хиллиса. Его отец был моряком, приехавшим нелегально. У него не было постоянной работы. Когда он женился, его жена ушла. Он остался один со своим 4-летним сыном Джойсом. Проводил он свои дни, бродя по кампусу и хвастаясь своими талантами. Он был диким и высокомерным. Все считали его сумасшедшим. Невероятно. Хиллис был таким талантливым писателем. Тогда только я была готова поговорить с ним. Постепенно мы влюбились друг в друга. Самой большой преградой в наших отношениях стал мой отец. Он признал талант Хиллиса, но не доверял ему. Не желал, чтобы я вышла замуж за сына моряка-нелегала. Тем более у него был сын. Конечно, была еще одна важная причина. В то время Китай вербовал талантливых людей. Мой отец хотел вернуться и послужить на благо страны. Так, вы расстались? Нет. Мы сбежали. Уехали во Францию с его сыном Джойсом. Тогда его творчество шло в гору. Он написал много рассказов, которые легли в основу его романов. Хиллис был хорош в сочинительстве, но очень плох в общении. Мне казалось, это помешает его развитию, поэтому я писала замечания к произведениям. Стала его литературным агентом и помогала ему издавать его произведения. Постепенно он избавился от барьеров. Почему же вы расстались? После возвращения домой у моего отца ухудшилось здоровье.
У нас были разногласия, но он все еще оставался моим отцом. Поэтому я вернулась к нему. В ту эпоху отъезд означал расставание навсегда. Но у меня не было выбора. Мы с Хиллисом договорились, что не будем упоминать имена друг друга. И сохраним нашу любовь в секрете, похоронив ее глубоко в сердцах. Вот почему Хиллис никогда больше не женился, как и вы. Двадцать четыре года спустя, наконец, появилась возможность снова поехать за границу. Но то, что я увидела, было его надгробием. Перед его надгробием Джойс отдал мне книги и рукописи. Он сказал мне, что его отец писал мне письма последние 24 года, но не смог их отправить. Он добавил, что после того, как я ушла, слова моей музы были напечатаны на титульном листе каждой книги его отца. Его отец сказал ему, что этой музой была тетя Роуз. Сяо Тун. Время, отведенное каждой паре быть вместе, уже предопределено. Если вам суждено встретиться, дорожите этим. Потому что никогда не знаешь, когда вам придется расстаться. И все время, что ты потратишь на сомнения, станет болезненным сожалением. Бабушка Ли, знаю, почему вы доверили мне это дело. Препятствия в ваших отношениях исходили от него. Но препятствия в наших отношениях из-за меня. Самое большое препятствие — это твои предрассудки, которые сковывают тебя. Но, думаешь, что у ваших отношений нет будущего из-за договоренностей? Сяо Тун, будущее — это капитал, состоящий из каждого грядущего дня. Боишься, что Яо-Яо пожалеет? Яо-Яо всегда настаивает на том, что считает правильным. От него требовалось получить экономическое образование, но он выбрал изучение языков меньшинств. И посмотри, сейчас он превосходно владеет ими. В глазах других у него к ним талант. Но я знаю, на самом деле он приложил много усилий. Поэтому уверена, что его любовь к тебе — это не просто слова. Не то чтобы я не верю ему, но учитывая нашу ситуацию, мы не можем думать только о себе. Я разведена, у меня есть сын. А мать Яо-Яо? Не волнуйся, Сяо Тун. Мама Яо-Яо не предвзятый человек. Она не будет пристрастно относиться к тебе из-за твоего прошлого. Я сказала все, что хотела. Ты умная девочка. Подумай о моих словах.
Завтра у меня выходной. Может, выберемся куда-нибудь? Давай. Чен Яо, я не хочу устанавливать правила или давать какие-то обещания. С этого момента хочу принять мои чувства к тебе. Но мне нужно время. Как скажешь. Увидимся завтра. Да, завтра. Первое свидание с девушкой. Помогите, у меня завтра первое свидание. Одежде ты выглядишь по-другому. Ты тоже одет не как обычно. Это не рабочий день. Ну, просто хотел достойно выглядеть на нашем свидании. Ясно, нам еще далеко до понимания без слов. Это место ты выбрал для свидания, осмотримся. Кажется, ты будто не в своей тарелке. Я просто хотел соответствовать тебе во всем. Но ты оделась не так, как обычно. Хочешь, вернусь и переоденусь? Незачем. Так тоже хорошо. Мы дополняем друг друга. Ладушки, умеешь успокоить? Немного. Обычно хожу в такие места с Питером. Впервые пришла без него. Какое совпадение? Я тоже не приходил сюда с девушкой старше меня. Так приходил с девушками младше? Нет, не приходил. Идем. Куда? Сюда? Вот сюда. Спасибо. Вот твоя половина. Какой из них ты бы хотела? Я? Угадай. Думаю... У него получилось! Молодчина! Ты удивительный. Хой。都是你温柔的眼神，横是有无数可能参与后退出你人生。有幸共有这过程，你我的故事也还算完整。 如果烟火消散之前曾经过日落，小白就没理由擦肩而过。遗憾也不能做新的，能不能别沉默分享给。 Спасибо. До свидания. Пожалуйста, пока. Я! Джубадзе! Джубадзе! Госпожа, какой это приз? Это четвертый приз. Четвертый? Я бы хотел покрутить один раз. Расканируйте код здесь. Готово. Хорошо, можете крутить. Короче. Хорошо. Хорошо. После этого вы должны отправить его мне до 5. Госпожа, какой первый приз?
Вы можете выбрать любой. Тогда я выберу это. Я ведь могу? Конечно. Тогда его. Хорошо, поздравляю. Ты сделал это! Я сделал это. Спасибо. Чем еще хочешь заняться? Я непридирчива. Может, на лодке покатаемся? Хорошо, без проблем. Пойду куплю билеты. Подожди. Мой телефон скоро разрядится, мне нужно найти зарядку. Я понял, у меня есть. Можешь зарядить телефон в лодке. Идем. Хорошо, хорошо, я подтвердила, все в порядке. Тебе хоть весело? Скажи Джин, что мне нужно встретиться с ней завтра. О, нет. Что такое? Телефон разрядился. Дай мне портативную зарядку. Какую портативную зарядку? Ты сказал, у тебя есть зарядка. Я такого не говорил. Чин Яо, хватит шутить. Я не шучу. Мне нужно сделать важный звонок. Возвращаемся. На такой скорости нам понадобится больше 10 минут, чтобы вернуться на берег. Не пропустишь звонок. В чем дело? Закрой глаза. Зачем? Закрой. Знаешь, кого ты мне напомнила сегодня? Кого? Моих родителей, когда они водили меня в парк. Они должны были играть со мной, но в итоге я играл один. Совсем. Когда мы были в парке, их телефоны непрерывно звонили. Дзэн-дзэн, дзэн-дзэн. Я не мог понять, почему они были так заняты, что не могли даже сделать перерыв. Послушай, твоя компания ведь не обанкротится только потому, что ты пропустишь сообщение, да? Кроме того, там есть Сяо и Чен, разве он не может тебе помочь? Он что, нахлебник? Он же веселится с Лин Си, почему ты не можешь? Ты прав. Чен Яо, верно говоришь. Могу я открыть глаза? Да. Уже не хочу. Почему? Мой телефон разрядился. Ты прав. Ему нужен отдых, как и мне. Я сегодня хорошенько отдохну. И с этого момента я покручу педали. Я против этого. Что? Тогда я вперед. Очень сильная. Я тебе доставил неприятности? Нет. Тон Сень. Я правда думаю, что честность очень важна в отношениях. Если я сделаю то, что тебя расстроит или причинит неудобство, надеюсь, ты мне прямо об этом скажешь. Но, Чин Яо, находиться в отношениях приятно. Тебе не нужно быть таким осторожным. К тому же, тебе следует слушать сердце и наслаждаться моментом. Ты права. Слушай свое сердце. Идем.
Устройство для перевода ИИ использовалось на многих важных встречах. Если в этом году мы сможем сделать перевод для выставки потребительских товаров, обещаю, вы не останетесь разочарованы. Директор Дун, устройство для перевода Юи работает так же профессионально, как переводчик. Его способность к пониманию впервые превысила мировой средний показатель по авторитетным оценкам. Это тоже ваш продукт? Да, директор. Это первый в мире робот, имеющий медицинскую лицензию. Расскажите подробнее. Высшая оценка национального клинического медицинского экзамена составляет 600 баллов, проходной балл 360. Этот робот набрал 456 баллов, превзойдя 96% врачей-людей. Удивительно. Очень удивительно. В дополнение к виртуальному врачу, просмотру документов и проверке лекарств, мы также включили трехмерный перевод на язык жестов для оказания дополнительной помощи слабослышащим людям. Конечно, он еще на стадии развития. Интересно. Молодой человек, сколько вам лет? 30. Вы достигли успеха в таком молодом возрасте? Вы льстите мне. Еще есть куда стремиться. Юи будет двигаться вперед. Директор Сяо, то, чего вы достигли в области медицины, невероятно. Я больше заинтересован в вашем медицинском переводе. Прошу, представьте его. Сюда, пожалуйста. Сюда. Итак, расслабьтесь. Отправляйтесь исследовать неизведанное и наслаждайтесь огромным миром. Бояться не стоит. Не бойтесь разных культур. Просто следуйте за своим сердцем. Спасибо. Когда люди из других стран говорят на английском, они привносят акценты своего родного языка. Вы только что услышали речь японца на английском языке. Возьмем, к примеру, произношение буквы F. Поскольку в японском языке есть «фу», F часто произносится как «эфу». Поэтому, когда японцы произносят слово «free», они произносят его как «эфули». Да, это так. Я был в Японии. У них действительно имеется подобный акцент. Директор Дун, взгляните. Машинный перевод ИИ является передовым в понимании акцентов. Сколько исследователей работает над ИИ? В настоящее время количество наших исследователей составляет 3825 человек. В будущем, с развитием системы здравоохранения на базе ИИ, системы образования, правосудия, работы города, наша команда будет расти. Директор Сяо, вы показали мне вашу технологию. В чем ваше преимущество перед традиционными переводчиками в работе на выставке? Скажите. Директор Дун, когда переводческая система находится на одном уровне, лично я думаю, что нам следует выбирать решение, которое будет более эффективно по стоимости. Стоимость машинного перевода намного ниже, чем стоимость перевода от человека. Это диаграмма сравнения цен между человеческим и машинным переводом на крупных мероприятиях. Директор Сяо, вы хорошо подготовились. Юи не идет в бой без подготовки. Замечательно. С нетерпением жду тендерного предложения Юи. Спасибо, директор Дун.
记得。